Каждый из них – гордость и достояние нашего города. Обновленную доску почета вновь украсили фотографии 14 лучших граждан и трудовых коллективов Уварова. Торжественный митинг, посвященный этому знаковому событию, как всегда, собрал многочисленных гостей. Руководство города, представители предприятий и организаций и просто неравнодушных жителей. Виновников торжества благодарили за самоотверженный труд и достигнутые успехи в трудовой деятельности на благо родного города. Вы отдаете себя, частицу своей души, тем самым вносите свой вклад в развитие города. И сегодня, конечно, хотел сказать большое спасибо. Мы действительно гордимся вами. Вы являетесь пример для нас, для подрастающего поколения. Спасибо за активную работу, за участие в жизни города. Огромное спасибо за ваш труд, за вашу жизненную позицию и пожелать вам доброго здоровья, благополучия, чтобы в ваших домах было все необходимое для комфортного проживания, и тогда все будет у нас хорошо. Свидетельства о занесении на доску почета были вручены всем тем, кто добился высоких результатов в своей работе и показал высокий уровень профессионализма. По достоинству оценен труд электромонтеров и предпринимателей, работников жилищно-коммунального хозяйства, культуры, сфер здравоохранения и образования. В их числе и воспитатель детского сада «Теремок» Ирина Сенаторова, которая 16 лет посвятила воспитанию подрастающего поколения. Мне очень приятно, что так высоко оценили мой труд. Я хочу приносить пользу нашему городу. Люблю свою работу, люблю свой труд. И очень рада всех поздравить горожан с праздником города. В числе тех, кто удостоен высокой награды, и коллектив инженерно-технических работников жилищно-эксплуатационной компании. В коллективе данного дома управления трудится 50 человек. Это дворники, электрогазосварщики, уборщицы, все те, кто своим ежедневным трудом создают условия для комфортного проживания горожан, делая наш город еще чище и краше. Мы стараемся. Хочется сказать большое спасибо за оказанное нам доверие. Мы постараемся его оправдать. В преддверии Дня города очень хотелось бы поздравить всех жителей города Уварова с праздником, пожелать всем здоровья прежде всего, благополучия, мирного неба над головой и всего самого-самого доброго. С праздником! По достоинству был оценен и труд коллектива многофункционального центра города, который на протяжении последних нескольких лет оказывает населению в режиме одного окна большой спектр государственных и муниципальных услуг. Большое спасибо руководству города, а также жителям нашего города, которые действительно оценили наш не всегда заметный, но довольно-таки тяжелый труд. Это работа с населением. Поблагодарить всех тех, кто участвовал в СМС-опросах, также оценивал нашу работу. Благодаря им мы занимали и первые места в рейтинге. И поблагодарить коллектив нашего центра, который своим трудом действительно показал свою работоспособность на протяжении уже 5 с лишним лет, в которой мы работаем. В историю нашего города вписано и творчество коллектива народного ансамбля «Русская песня», который на протяжении нескольких десятилетий радует своими выступлениями не только жителей нашего города, но и далеко за его пределами, при этом не желая останавливаться на достигнутом. И мы, сколько бы сил нас хватит, будем радовать наших жителей своими песнями. Ими гордится город. Это не просто цитата, начертанная на доске почета. Это слова благодарности всем тем, кто, не покладая рук, иногда не считаясь с личным временем, прилагает все усилия, чтобы наш город жил и развивался, достигая и покоряя все новые вершины. Как нам дорог наш город Уварова, что стоит над Вороной рекой. Так живи, процветай, Уварова, возрождайся с любимой страной. Ирина Пивоварова, Виктор Викторов, Александр Трегубов. Наш город.